Вернись, ты снимал, Валера? Нет. Блин, Валера, ну ты... Тогда прыгай сюда, ты хотя бы. А мне Андрюха запретил, он сказал, Валера... Так, блин... Можно теперь снимать их? Ты пиздец. Хорошо, тащили фото. А что нам? Давайте лопату вот это закидаем, ты так проедешь. Ну да, до утра, Саня. Да нет, 20 минут. С разгоном. Саня, Саня, не лезь, блин. Валера. Подвинь за ребенка. Чтобы Сансаныч не упал. Нарожал, смотри теперь. Стой, туда! Вы как бабы, не туда. Не жмей! Ой, я протоптал это раз. Протоптал там озеро, куда ты едешь, подожди. А там вы на дно. Точно? В конце туннеля. Если там сейчас Toyota уйдет, там будет весело. Ну, Лапландеры только колеса были мокрые. Ну, у него и лебеда была в очереди. Ну да, ну не очередь, вот эту траву он вынул. Да. Но того варианта нет совсем. То газует, то не газует, блин. У него вот сейчас попало по педальку. Вас Ивановых не поймешь, блин. Куда ты вот туда забегал? Чи ты по колючке, брат? А ну стой, нет! Все, все. Сказал, что за переходом, вылепитесь хотя бы, а так. Не муль! Все, сел. За дерево лепититься. Надо на дерево принять, лепититься, пока как глубина. Через отцу всю хрень. Как мне крышу. Я забыл, что это не мило, что это не мило. Как мне прискорбно, что потом... Лезет и говорит, дна не видно. А потом говорит, а нахер мне видеть, я же так слепой. А телефон ты черный, с черной воды. Как будешь искать потом со дна? Много насекомых каких-то. Как для одного дня. Смотри, какая корозащиточка выигранная. А, Саня, у нас у шишеговодов таких нету. А, какой же я нахуй шишеговод теперь. У меня есть еще мотор 53-й. Хватит, хватит. Съебусами. Ну там десь по люстру вверху. Давай, я зацепил. Попробуй. Таши. Только не останавливайся. И сильно не рой. И без колес. Тоже что-то посоветую. Андрей, не молчи, блядь. Он ждет. Дай совет. Рой или не рой? Человек ждет. Пониже, может, Саня, а то сейчас выломает. Ну какой-то... Приехали стрелу, ты понял? Им же кататься негде у себя. Мы приехали к нам. Беги, Саня, беги. Ты там неудачно все равно стоишь. Если лопнет. Ляг на пол и накрой руками голову. Лучше в воду нырнуть. Как он может не рыть? Я кузнец, я не могу никуя. Я джипер, я не могу не рыть, бля. Я что, приехал? Не рыть, что ли, бля? Рой, бля! Ной, не ной. Хорошая машина Toyota. Хорошо идет. Начинай рыть. Глубину, да? Из этого, из стропы. Не, ну если уже они такие пилы, то оставят, я заберу это. Блин, выезд будет еще более эпичный, потому что выезжать придется туда. Да. Он не выедет. Так. Нет, туда не надо. Он не верил. Нет, туда не надо. Ну а что, он тут развернется или что он тут сделает? Я на лебедке он пройдет. Хорошо. Я жду. Я дальше расскажу. Не знаю, блин. Всего тут эскаватор есть. Мы закрываем дамбу, вода вся уходит. И щуками укладываем. Блин, мы ждали этот мост. Надо мелкими ершами. Нет, надо не мордой выставлять, а хвостом. Тогда ты идешь против чешуи, и ты зацепишься. А теперь надо будет зацепить за это, за то дерево и выезжать обратно наверх. Мы так два раза делали. Блин, Тарас монстр. Не соскальзывай. Так что, давай ей. Так
А это он морду утяжелил? Ну да, пригрузил, там лебедки мало. Да злись ты, шо, ты вообще бороду нагрузил. Что-то на дно уходит. Блин. Как сядет. Да нет, что, мы типа посудой можно выйти? Давай. Здоровье наше. Сюда лопата наверх, лопата есть? Какая-то не вода, стой. Четко отключай, плавно ходом иди, плавно, очень нежно, в натяжечку, легонько. Да не, да не. Идет? Да, ты что, не видишь? Блять, по-моему, на дно уходит. Да не бойся, что ты? Давай, я тебя тяну. Нет, это так показалось, давай. Пусть тянется, наверное, еще сюда, а потом переверститесь вот туда, когда выйдет. Саня, подтягивай еще сюда. Игорь, подтягивайся. Подожди, да, дай мне я эту хуйню зеленую зацеплю. До поворота. На меня дай. Какую фигню? Ты прежде зацеплена стропа. Ну да, а что там у нас? О, уже все, заочковал. Думает, лучше бы я в лайте. Есть, есть. По сухому. Наверное, не хватит. Или хватит. Там же глубоко. А попробуй вот так по тросу пойти, он же по тросу где-то и будет выходить. Я буду дать хоть держаться. Бля, куда? Не, и выходить же по тросу надо будет. Давай пробуй туда, вот в ту сторону. Блядь, вот это, сука, поворот, блядь. Валера, закапывай. Снимал, не снимал, короче. Организаторы понапридумают, да, Валера? Ты потом думай, как вот это брать все, как выгребать. Лезем раз, раз, и 20 гривен раз себе в карман, и все. И богач. Так и заработали первые деньги. Сюда иди. Кто щавкает? Колесами тоже. А это вы канал очищаете или да, что? Да, да. Водоем, зарыбление. Валера, убери, в пузо втяни, блядь. О! Красавчик. Типа да. Паш, там сидит вот так. Уже да? Да не, еще не. А, я же не показал. Что он там включает, отключает? Давай, давай, давай. Давай. Ты чистоканый выход. Тут сейчас уже этот выход. Валера знает примету. Если жопа в воде. Давай, давай. Как там дальше звучит, Валера? Да не буду ничего идти. Сейчас будешь подниматься. Ну что? Подниматься. Выравнивайся, давай, давай. Что давай, ты пизда. О, блядь, тихо, тихо. Добрый ты. Это ж Тойота. Это ж левее, левее, левее. Левее. А где ты видишь, что он газовый? Не-не-не, вот так и... Хорош, наверное, хорош. Давай, давай. Так сфоткаться давай, ж давай. Надо. Так все, все. Право, мы право. Все равно туда будем выходить. Ты думаешь? Может развернуться и попробовать выскочить на вот эту фигню? Это. Вот тут на островке на этом. Да не копай, не копай давай, так. Копай. Ну, ты... ну, чуть-чуть, легенько и... Легенько колесами, легенько-легенько. Попробуй легенько, вот сейчас. Уже можно сфоткаться, наверное. Смотри, давай, вот. Давай. Хоть ноги помоешь, да? А эти ноги я бы помою, пупой. Давайте я вытащим туда. Помял, там же лопу мы вытащим на остров. Он развернется и выйдет. Здесь глубоко ты идешь. Порвали лейбу книгу, раскрывал. Так надо искать, где она. Давай блядь, за жопу вытащим на остров. Это длина хуя или чего, блин? Давай, сюда. Давай, да, зацепляй. Иди по фарватеру, Тарас. Давай, 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 иди, иди, вот так, под тросом и вот так иди полукругом.
От машины дальше не уходи. Да нет, там правее, пизда. Правее, нормально, нормально. Чего, правее, смотри. Да, по-моему, он согнул колени. Этот он колени согнул, я так узнаю, умею. Иди на кусты. Вот так, да, вот так, левее чуть, вот так. Смотри, выходит. О, так там нормально. Всплывает, все, блин. Давайте туда. А ты умеешь так плавать ногами, чтобы шевелить, а руками не... Игорь, когда будешь ехать, руки вверх вот так. Руки давай, до горы. Давай попробуй действительно на цей куч, давай на это дерево пробуй. И вот так прямо тупо на кучу, так и пидем, пидем. Давай пидем. Не. Утопите нахуй машину, блин. Попробуй еще вот так вдоль самого дерева пройти. Еще не ходил ты вдоль дерева. Вдоль дерева я же переходил, Паш. До дерева, с той стороны ты ходил. Ну я за дерево то, что не мог это. Набирал. А ну покажи, с чем вы на карася приехали. А что желтый свет? По-моему, это крупный крючок. Нет, это мелкий. Сейчас должна сама поехать после того, как эти два крючка выгрузили, блин. Покажи крючок так на фоне руки, блин. Ахрен, не, бочком так, чтобы было видно. Блин, сантиметров 20, наверное. Сколько, килограмм 5 весит? Да с крана это. Где-то грустит один крановщик. Не, так давай на шахту, давай тут просто. Правильно, так иди, шахту туда на машину. А что такое, что человека бизнес, блин? Он сейчас злыкает 10 раз. Давай лучше. Вечером с кранов пиздить, блядь, крючки, блин. Уже оно будет тут у нас гомни, блядь, а мой злый. Ты пробуй. Какой вариант? Вот берегом натянешься, я стану на ту сторону. Не, смотри, какой вариант. Ты сейчас выверни вправо руль, сделай натяжку, чтобы тебя развернуло хоть чуть-чуть. Потом риски забалакал уже. Вправо руль выкрутил. Готовность, вывертаешь руль, пошел. Лучше колесами не копай пока. Только не копай. Потому что заглубишься еще больше. Да он глубоко сидит зараз. Не, ну вот поднимается. Попробуй, попробуй чуть-чуть колесами, по чуть-чуть так легенько, чтобы оно... Еще натягивай. Да спеши, потихоньку, на пизду. И легенько колесами, чтобы не выломать колеса. Давай, по чуть-чуть. Все, не копай, блядь, так. Легенько. Ты ж просто сразу и портишь все, что сделал. Легенько, тихонечко. Вот сейчас хорошо, давай. Просто все равно надо назад сдать, потому что он... Хорош, ну не рожишь ты так, ё-моё. Нет, так только вот так сцепление, пустил. Я тебе скажу, только там поможет. Он перевернется, блядь, если так поедет. Ну будем стоять, Сань. Не копай так. А ну чуть-чуть пусты. Не, туда. Саня, давай. Смотри, блин. Оба-на! Уходим. Да, смотри. Санька, Сан уходим. Иди к тебе. Саныч. Саня, у тебя лоза забери. А то уйдет. Быстрее. Ну выкинь. Закидывай. Стой! Подожди, я был. На дереве точно было. Разбегайтесь. Отходите оттуда, бублять этот крючок. Саня, тоже отойди чуть-чуть.
Ух ты ж, блядь. Диви, как раз хорошо, она же вертянет. Все равно, даже с этого угла. Да, а мы его перевертали в угол. Вы хотите, чтобы мы с такого его... Ой, отлично. Если он сейчас выровняется, он тихо. Да не, вы, не выровняется он. Он, по идее, там все равно жуклон в ту сторону. Хай тяне. Так він уже отак тоді прошу встати. Да, так, він якраз засовуючи. Він уже почти вирівнявся, ми його зараз сюди там виїдемо. В один яму. Ні. Тут яму забрати. Він тоді виїзд дасть назад, його з тобою не витягне. Хорош, Саня, наверное. Хорош, будемо отцепляться. Давай. Тяни, не уйде. Я думаю, що ровне колесо це надо. Она будет переворачиваться тогда. Назад надо тянуть. Отойди от троса, Саня. Давай еще. Валера, свали, блин, пожалуйста. Вот сука. Дайте яблоко кто-нибудь. Ложись. Так нормально? Ну лучше стань над тросом. Скажи, пусть будет готов заглушить, если что. Валера. Валера, скажи, чтобы если что, чтобы глушил сразу, если ёбнется. Валера, скажи, может, так он пойдёт, чтобы не накид. Давай, идёт. Вперёд, давай. Саня. Нежно налетёт. Только налетёт. Да нет, надо колёсами помогать. Если трос лопнет, блин, перевернётся. Короче, легендарный в гуще событий. Давай, давай мы переедем левее, подожди. Стой. А, пропусти, как бы... Так... Не, не надо. Левочку. Саня, скажи, чтобы был готов заглушить, если перевернется. Не пугай его. Да я не пугаю. Саня, может все-таки подкопать? Да, конечно, подкопать. Лопату, лопату! Лопату! Валера, можешь меня на плечах перенести туда? Валера! Сколько лебедойкой натягивай? Наматывай. Thank you.
Поехали, пацаны! Сбросите Валеру! Это поворот, блин. Слазься! Игорь, блядь, как поможет колесами. А что там с левым колесом, Валера? Валера, глянь, что с левым колесом. Что-то какая-то херня с левым колесом. Саня. Смотри на этого туриста. Она не едет. Надо уклон больше. Давай, Санька. Ты можешь руками на камеру? Да, да, вот сюда, вот сюда! Стой, давай! Давай я отцеплю и порекли! Да я порекли! Он даже с горы буксует, блин! Что даже с горы буксует. Включается. Это не крутится, то крутится. Блокировок нету. Блин, я уже, наверное, присяду где-то. Подожди. Вот такая перейдешь от тебя дерево.
Не-не, он же ж перевернется тут, надо туда ехать. Давай колеса сюда, ну блядь. Куда ты колеса? Куда? Ты сейчас выломаешь кулак. Так перевертается. Колеса влево. Так перевертается. Да не. Давай ход, включай передач. Включай колеса. Отключи. Отключи лебедку, включи колеса и вправо. Да оно не едет. А что, поредок не рейер, той. Не. Давай, колесо. Так нема поредка, значит. В смысле передка? Просто вырвал. А? Поредок, вот колесо. Так нема. Да поредок руби. Давай, попробуй еще раз. Колеса и лебедка. Ничего, ничего, пусть тянет. Давай еще. Раз, переставляйте туда. Вправо руль. Руляю чуть так. Вправо руль. Пробуй колесами, может. Надо отпустить лебедку назад и вправо. Да, чуть-чуть попусти назад. Ну, оно, блин, получается, что копает наоборот та сторона. Хорош, хорош. Иман, давай, ты сюда. Что надо от него убить? Вот точка, вот. Вот там точка, и ты выиграл соревнование. Подожди, нам надо... Это не борода, это морда. Как-то неправильно сервера работают, они закапывают ненужную сторону. Вместо того, чтобы тут раскопать холм, оно туда еще глубже закапывает. Правее, правее, правее. Пробуй колесами. Только легенько. В принципе, нормально все там. Да нормально, давай. Папа принял воскресный пудинг и гонялся за мамой вокруг дома с топором. Валера принял мельдоний, это самое, 200 грамм. Не заходит что-то мельдоний, плюется какими-то зубами. Помидорами кто-то меня хотел отравить. Какая-то гроза где-то начинается. Знал, что помидоры вообще раньше пытались...